Всем доброго времени суток. Хотел бы показать вот переделанный тренажер DreamMass. Это у нас стандартный. Ну как стандартный? В стандартном там два средних, два маленьких и один большой. Я средний убрал, поставил все маленькие. Тем самым большой ролик стал выше. Но этого мне было мало. Я сделал еще лучше. Я срезал часть тренажера, тем самым большой ролик стал еще выше. И сейчас я вот катаюсь на этом и на том, ну на этом я уже не катаюсь. Это просто небо и земля. Вот как Запорожец и Мерседес. Запорожец и Мерседес. Руководителям DreamMass и Backwood я советую сделать одну модель и попробуйте. Трапеции вот и между лопаток вот продавить как бы спинку. Ну как бы небо и земля. Особенно трапеция. Вот это хорошо вообще достает. Все полностью. Сейчас я рубашку сниму и камеру опущу. И хочу вам показать, как это все достает. Но это надо просто самому попробовать. Сейчас. Вот так вот, я думаю, будет хорошо. Как на этом? На стандартном. Вот, я хочу достать трапеции и шею. Я не достаю. Как на этом. Вот я лег, смотрите. Вот видите, у меня уже все куда ролик ушел. Я здесь все уже. И шею, и трапеции. Вот. Смотрите. Видите, да? Вот как. О. Ой, шею. А там так не получится на том, чтобы шею так достать. И трапеции, о. И спиночку выгнать. О! Как хорошо. Это надо пробовать. Сейчас еще сблизи покажу, как я сделал. Вот она фишечка. Большой ролик. Офигенно. Здесь я перегородку убрал, потому что большой ролик уже доставал, задевал за него. Поставил вот здесь вот перегородку. И здесь немножко подтачил, тоже большой ролик задевал. Он обычный и мой. Все, всем пока, всем здоровья, до новых встреч.